беженцам из Украины, Луганской и Донецкой народных республик, проживающим в пунктах временного размещения на территории Подмосковья, услуги по оформлению разрешительных документов предоставляются бесплатно. Для этого необходимо обратиться в консультационный центр по вопросам гражданства. Он работает по принципу одного окна с использованием системы электронной очереди. Для удобства посетителей на территории центра также возможно пройти медицинское освидетельствование, перевести документы на русский язык и сдать экзамены. Бесплатные консультации по оформлению документов можно получить в общественной приемной по телефону горячей линии 8 499 673 42 61.